спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. Воскресенье в Самарской области малооблачно, осадки не прогнозируются. Днем 22-24 тепла, ночью плюс 15, плюс 17. Ветер южный, юго-западный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 23, ночью 16 выше 0, южный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти тучи, температура воздуха днем плюс 23 градуса, ночью 17 с плюсом. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Самаре облачная погода, днем плюс 23, ночью 15 градусов выше 0, ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 42%, геомагнитное поле возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.